Так, заспорил Олежка, у кого шире тележка, это самое. Я говорю, что тут метров, ну, 4,90, 5 метров, считай, ширина. Короче, заспорил Олежка, что он тут развернется. Развернулся, но не в 3 приема. Да, хоть в 4, это самое. Я говорю, что я тут развернулся на джимнике, и он такой сразу загорелся, это самое. Короче, где там Тушкан? Он пропустил шизофреник трофи. Вот Тушкан, да, он хочет принять участие. Руслан организовывает дебил трофи. Свое традиционное ежегодное мероприятие. Это покраска только не за счет заведения. Ты же обещал подсказывать. Нет, без подсказок. Без подсказок? Нет, ну мы будем смотреть, чтобы ты не втерся. Но... Я не буду, я буду бояться. Так, первый пошел. Блин, а если он встрянет, как мы все поедем домой? Да я же говорю, я бомбу отгоним, я выйду так через газон. Стой, блин! Короче, у меня такое впечатление, что ты сейчас станешь ровно поперек. Давай, Боже, поснимай, ты посмотришь, парень. Хорош, вот выйди, посмотри. Давай, да ладно, ладно, ну он же ж... Олег. Я просто очку прокинул. Ты точно чувствуешь габарит? У тебя парктроник есть там или камера? Это уже сколько приемов? Кто-то считает? На видео потом посмотрим. Ну вот выйди и посмотри. Хорош. Хорош, блин. Есть касание. Не, ну мне стенку не жалко. 1-0. Минус одна жизнь. Блин, смотри, какой он заводной. Андрюха, ты еще на Хаммере обещал. Подожди. Я через забор вот сюда еду. Еще на горке. Экс! Тут Олег, Джон Миллиметрон. Смотри сзади, хоть за ним. Заспорили скрипачи и музыканты, чьи бандиты круче. Не, ну развернется, я вижу, что развернется. Можно было еще назад, Олег. Там спереди совсем ты близко. Хорош? Какой тебе... Стой, стой, сзади там, блин, очень активно. Блин, до поездки в Корнин он такой не был. Не, ну все, это самое, на дебил трофи тебя можно брать. Потом считаем, сколько приемов. Сколько раз где-то? Я не считал. Выдаю вам официальное приглашение на шизофреник трофи. Вы приняты. В эти выходные... Не, ну... Потом посчитаешь. Да. Да кто считает? Потом кто... Но Андрюха сказал, что он на Хаммере развернется тоже. Ну, мне кажется, что Хаммер встрянет. Блин, конечно, встрянет. Вот именно вот так поперек, четенько. Может, чуть-чуть под углом вот так вот, типа, да? В самом начале, да, сразу, раз и все. Ну, да. Что ты мне рулетку дал? Так это приглашение, шизофреник трофи. Ты же потом разметишь. Да, челлендж. Челлендж, да. Ну, молодец, видишь, глазомер работает. Что теперь еще надо, что-то попробовать? А на стену заедет? На вот эту обсыпанную. А на руслановой машине? Руслановой заедет. Ну давай, молодец. Так что Олег